Сегодня медицинские работники сменили белые халаты на спортивные костюмы. В Чунах собрались врачи и медсестры 5 городов Татарстана – Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы, Зеленодольска. Чунинцы выступили не только участниками соревнований, но и организаторами. Город впервые принимал у себя спартакиаду работников здравоохранения. Разнообразие, хоть какой-то от работы, немножко отличия, познакомиться с другими коллегами из других городов. Спортивный интерес. Команды соревновались в настольном теннисе, волейболе, бадминтоне, легкой атлетике, перетягивании каната, а также в шахматах. Такая спартакиада среди медицинских работников проходит уже 15 лет подряд. В ней принимают участие как специалисты частных медучреждений, так и государственных. Каждый медицинский работник должен показывать пример. Мы являемся пропагандистами здорового образа жизни. И мы не только должны работать, только здоровые врачи могут оказать хорошую квалифицированную помощь. Спартакиада проходила почти весь день, но это не значит, что сегодня пациенты остались без обслуживания. Работа, она остается, она должна проводиться. Мы заранее сообщаем о том, что будет спартакиада, к этому времени готовится, соответственно, график приема и пациентов, привлекаются, если надо, и другие специалисты, поэтому здесь у нас отработано. По итогам сегодняшней спартакиады будут определены 2 города-победителя. В конце мая представители этих команд отправятся в Казань на республиканский этап. Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Новости. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».